Привет! В этом видеоуроке мы с вами научимся делать вот такой вот цветочек. И сейчас я вам все подробненько покажу. Итак, начинаем мы, конечно же, с бутона. Для этого беру ШДМ-очку, я взял оранжевую 260 размера. И нужно не дотуть примерно на 6-7 пальчиков. Ну, чтобы хвостик у нас остался 6-7 пальчиков. Завязали. Вот у меня в данном случае 7 пальчиков остался хвостик. Далее делаем пузырь размером 3 пальчика. Далее круглый пузырь. И круглый пузырь превращаем в узкое. Делаем пинч-твист. Далее вновь пузырь в 3 пальчика. И соединяем, удерживая горловину, прокручиваем. Горловинку подтянем между двумя получившимися большими пузырями, чтобы у нас не раскручивалось. Итак, вот у нас первый лепесток, по сути, готов. Нам нужно сделать еще 4 точно таких же лепестка. Следовательно, далее делаем то же самое. Пузырь 3 пальчика. Круглый пузырь. Превращаем в ушко, вновь пузырь 3 пальчика, прокручиваем. Далее вновь повторяем всю ту же самую операцию. То есть пузырь 3 пальчика, далее круглую. Далее вновь 3 пальчика. И последний, пятый лепесток делаем точно так же. Теперь лепестки все расправляем. По отношению друг к другу они как бы вертикально у нас стоят. Вот что у нас получается. И вот эта часть нам не нужна. Здесь у нас будет зеленый стебелек. Соответственно, ее убираем. Выпустил воздух, затем завязываю на узел, чтобы оставшийся воздух из лепестков не ушел. Вот что у нас получается, такая звездочка. И сейчас мы сделаем еще стебель для нашего цветка. Для этого также я взял 260-ю зеленую ШДМ-очку. И не додуваю ее примерно на 5 пальчиков. Так, далее из этой же ШДМ-очки у нас будет серединка цветка. Здесь мы будем использовать прием, так называемый тюльпан. Для этого
пальчиком продавливаем горловинку внутрь шара, примерно через 3-4 сантиметра. Второй рукой пальчиками ухватываем узелок внутри шара и аккуратно скатываем большим пальчиком, вытащили палец и также удерживая этот узелок, прокручиваем. Отпускаем, все, у нас ничего не раскручивается и получилась вот такая вот штучка. Далее нам нужно вставить вот сюда бутон. Для этого аккуратненько растягиваем и пробиваем между лепестками. Наш цветочек готов.